Подведение итогов прошлого учебного года и определение векторов развития образования. В Люберцах прошла августовская конференция педагогической общественности. В этом году встреча состоялась в инженерно-технологическом лицее. На ней побывали и мы. 2023 год – юбилейный для городского округа, и все достижения в сфере образования посвящены 400-летию Люберец. Успехов у педагогов и их воспитанников в этом году как никогда много. В прошлом учебном году мы получили 138 медалистов и 12 стобалльников. Это высший балл на экзаменах. И такой балл, 100 баллов, даже показали выпускники прошлых лет. Как результат, 63% наших выпускников поступили в ведущие вузы России. 22 августа в Доме правительства Московской области был представлен рейтинг общеобразовательных учреждений. 40% школ городского округа Люберцы вошли в зеленую зону. В позапрошлом учебном году эта цифра была меньше почти в два раза. Хочется пожелать всем нам пройти этот год достойно, добиться новых результатов, еще более высоких. И, конечно же, решать проблемы, те, которые возникают, абсолютно вместе. Всем вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за ваш труд, за то, что вы вкладываете свои знания. И, конечно же, наши ученики, наши дети – это наше будущее. Три общеобразовательных учреждения городского округа Люберцы вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья. Руководителям гимназии номер 16, 56 и 41 вручили сертификаты на 3 миллиона рублей на премиальный фонд сотрудникам и 5 миллионов на приобретение оборудования. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.